Ребята, всем привет! Вы на канале Игрляндия, и мы продолжаем играть в Сэндвич Раннер. Я вижу, что вам понравилась эта игра так же, как и мне. Поэтому будем кормить этого ненажору. Приготовим самый вкусный сэндвич в его жизни. Так, у нас здесь уже есть котлетки, листики салата и помидорки. Ого, как у нас тут получается аппетитненько! Главное только ничего не потерять по дороге. А то так столкнешься невзначай с этими вертушками и все пропало. О, вижу перчик, добавим для пикантности. Наш вечно голодный дядечка уже готов слопать этот сэндвич. И, как и ожидалось, он остался доволен. Итак, кажется, ему положен приз. Да, награду он получает — бутерброд. Наверное, это ему за хороший аппетит, но сейчас будет прикольно. В этот раз мы соберем самый ужасный, невкусный и вонючий сэндвич. А состоять он будет из какашек, пропавших косточек из рыб вместе с мухами и синих осьминогов. Фу, ну и гадость получается, однако. Такой едой и отравиться можно. Но, по-моему, этому чудику все равно, что лопать. Ну и напоследок, для придания вкуса, острый перец чили. Да, видимо, все-таки ему не все равно, что есть. Все-таки он вкусы различает. И во вкусняшках, и какашках знает толк. Ну что, друзья, у нас новый 58 уровень. Кто еще не поставил лайк, обязательно это сделайте. Поддержите меня и наш канал Игрляндия. Опачки, какие камни на нашем пути, блин, и все потеряли. Так, до финиша можно прийти ни с чем. И это нашему чудику точно не понравится. Упс, надо было на кнопку нажимать. Ладно, попробуем еще разочек. Подбираем булдышки, перец и котлеты. Только помним, впереди будут камни. И желательно с ними не столкнуться. Эх, жалко, потеряли столько еды. Но ничего, я думаю, голодным мы нашего дядечку не оставим. О, сэндвич получается классный. Этот чудик уже в предвкушении вкусненького. Только жаль, нам удалось заработать одну звездочку. Но это не главное. Главное то, что мы получили море позитива. И, кстати, как получается в тему, у нас тут намечается сэндвич из морепродуктов. Красная рыба, креветки и осьминоги. Как по мне, так осьминоги здесь все портят. Ну что, друзья, по-моему, сегодня было весело. Накормим нашего голодающего и будем прощаться. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк. А на этом все. Всем чао-какао и до новых встреч!